заботой о себе и своих близких. С такими мыслями супруги Волковы пришли на второй этап вакцинации. Долгих раздумий и переживаний перед прививкой не было. Екатерине Ивановне 68 лет, а мужу 73. Пенсионеры признаются, в их возрасте нужно относиться к здоровью с особым трепетом. Привиться супруги решили, чтобы со спокойной душой ездить к детям в соседний город, не подвергая их опасности. Никаких побочных явлений не было и пока нету. Вы сегодня с мужем пришли, верно? Да, с мужем пришли. Такое решение как для себя приняли? Ну, я говорю, у нас не общаемся с детьми, надо. Они в другом городе, и чтобы туда поехать. Опасно. Поэтому решили привиться, чтобы наверняка уж быть. Во второй поликлинике работает выездная бригада. Благодаря этому можно привиться, к примеру, на рабочем месте или в отдаленном населенном пункте. Такой способ будет удобным и для малоподвижных людей. Кроме проведения вакцинации в поликлинике, мы проводим вакцинацию в организации города при помощи выездных бригад. Для этого у нас существует сумка, термосумка и хладоэлементы, которые выкладываются в сумку, выкладывается вакцина, и мы можем вакцину довести в любой пункт города и области. Статистика показывает положительный результат. На сегодняшний день во второй поликлинике привито свыше 5000 человек. Из них 39 – люди старше 60 лет. Еще 150 находятся в листе ожидания. Врачи успокаивают – вакцины хватит на всех. Очередь на прививку ликвидируется быстро. Этому способствуют регулярные поставки компонентов. Вакцины периодически приходят, промежутки, в которых вакцина отсутствует, это небольшие промежутки. Мы ждем поставку, записываем пациентов в лист ожидания и тут же вакцинируем. В течение 2-3 дней очередь у нас ликвидируется. Привиться может любой желающий старше 18 лет. Врачи рекомендуют воздержаться лишь беременным и кормящим женщинам, людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе, а также инфицированным гражданам. Записаться на прививку можно без очередей и долгого ожидания. Для этого в холле поликлиники стоит электронная регистратура. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования. Также можно воспользоваться сайтом госуслуги или же позвонить на горячую линию 122. Пациенты второй поликлиники могут обратиться напрямую в приемный кабинет по номеру 480895. Александра Никитина и Владимир Куликов. Улправда ТВ.